10 дней назад, 5 ноября, от скалы Лягушка откололся большой камень. Сейчас хорошо видно белый участок скалы. Это как раз то место, откуда камень этот отлетел. Скала Лягушка является памятником природы местного значения, и решением Дачного сельского совета поставлена под охрану прилегающей территории. Охрана памятника нужна для того, чтобы сохранить уникальную растительность, которая расположена с южной стороны скалы Лягушка. Размер какой примерно отвалившейся скалы? Футбольное поле. Это было 5 ноября 2010 года, да? Да, 10 дней назад. А слышно было в селе что-либо? Ночью жители села, которые под горой Лягушка проживают, слышали громкий грохот. Угу. А камни эти куда-то повалились, посыпались или у основания остались? Как камни лишь? Посыпались, да, но до жилого сектора они не долетели. А никто не ходил туда, не смотрел, есть ли угроза того, что может еще что-либо обвалиться? Неожиданно. Эта работа только предстоит. Хорошо, будем ждать следующего. Или не следующего. Посмотрим. Спасибо, Миша.